принимаю ГЕЦ. Сказали, что он готов. Блять, ну вот как вот так вот? Ебаный рот. Вместе с крылом, брызговиком покрасили. Колесо тоже, блядь, ебанули. Как попало сделали. Ну, в целом. Вроде неплохо. Вот, колесо тоже полностью красное все, блядь. Крышки нету, ебаный в рот. Где крышка? Сейчас пойду им предъявлять. Так, дальше идем. Крыло попросил отполировать. Нихуя не отполировали. Здесь вот зазор пиздец какой. Здесь тоже зазор пиздец какой. Короче, капот не закрытый. Капот надо закрыть. Так. А, вот. Бампер покрасили. Ну, бампер тоже, блядь, как попало стоит, ебаный в рот. Просто пиздец как отдали. Бампер висит просто, посмотрите. Бампер висит, надо его вверх поднять. И крышку эту опустить. А зеркало, что с зеркалом? Они его прилепили просто и все, вот. Кремом прилепили. Теперь он не складывается вообще по ходу. Да. Не складывается. Только в одном положении. И все. Короче, бюджетный вариант сделали. Я не знаю, как принимать такую работу, ребята. Я пока еще не принял. Вот, что скажете?